Поздравил. Так, сейчас отклонить. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вас зовут? Представьте, вы уже наш, скажем так, коренной житель, можно сказать. Можно сказать. Да, Аквалайфа. Да. Когда уже... Истоков. Да, стояли одним из первых, кто покупал. Да. Практически да. Ну, что скажете о приборе? Что я могу сказать? Только положительное. Вы уже, конечно, все говорили, но вообще за это время что-то еще улучшилось? Уже 4 месяца, 5-й. Да. Уже почти полгода. Есть желание вернуть ревар? Что, так, ни в коем случае. Это вообще находка и супер. Я об этом приборе и раньше знал, еще в советское время. Вот. У меня был сосед, он уехал жить в Россию. Вот он сам делал этот прибор. Ну, тогда я вроде бы как-то скептически к этому относился. Думаю, что-то он там сам намудрил, но она была неплохая. Да. Вот. Ну, по поводу PH особо там разговора такого не было, что вода довольно эффективная. А вот когда вы стали развивать вот эту идею, это направление, и появился этот прибор Aqualife, да. Вот, я, значит, сосредоточился, услышал вашу передачу, прибыл сюда на семинар, вы помните, вот, и с женой, кстати, даже, которая меня сейчас в этом деле очень здорово поддерживает. Уже единомышленница. И начал, как сказать, потреблять эту воду. И чувствую, а работаю водителем, вы сами понимаете, работа тяжелая, рано встаешь, в 5 встаешь каждый день, в 10, а то и в 11, а может, как правило, попозже даже ложишься, телевизор хочется посмотреть, а утром надо вставать. И когда едешь далеко, то состояние такое, ну, как зомби. Понятно. Но став употреблять вот эту водичку, я почувствовал, что чувствую, энергия какая-то появилась. Настроение, кстати, улучшилось. Хотя возраст уже 60 лет, а чувствую себя лет на 45. Отлично. То есть откручивается время назад? Ну, естественно. Но также у вас проблемы были, вы избавились? Ой, проблем было много. И согласно... Ну, таких не смертельных проблем. И согласно вот перечню болезней, которые можно излечить этой водой, живой и мертвой, стал как бы анализировать. Ну, и эффект налицо. То есть обмана нет? Да, ни в коем случае. Что посоветуете всем? Да, никакого обмана нет. Запах ног, там много-много, и головные боли, давление, кстати, у меня довольно-таки... Как-то раньше я чувствовал отлично, потом стало уже, ну, видимо, с возрастом, с годик назад, давление под 150 прыгало, а то и более. Сейчас у меня при употреблении вот этой воды максимум 130, а то даже и 122, 120 даже бывает, как праздник для меня. То есть теперь все хорошо? Стабильно, с давлением стабильно. Вот. Ну и не говоря уже там о порезах и внучку лечил, потом, значит, вымачиваем с женой стабильно, уже без воды, без этого не можем, покупая овощи и фрукты, сразу же делаю воду, в тазик такой у жены уже приобрела специально, и замачиваю. Все, капуста, огурцы, помидоры, и заметил, что даже действительно... Ну, там можно минимум 15 минут, но мы как-то на ночь делаем. Да можно на ночь, это не проблема. Если 9-2 да, вода. И вы знаете, утром вода такая маслянистая, с бледно-желтым этим. Ну, это, видимо, химикаты. Да, вкус совершенно другой. И портится быстрее, да? Да, и, естественно, и сын тоже старший сначала, и младший сначала скептически к этому относились. Но сейчас все только с этой водой, и все стали вымачивать, замачивать. Тут уже... Знакомый один стал ему давать воду, он начал употреблять и приобрел этот чайник у вас, кстати. То есть и все работает? Да, и все работает, и он доволен. Сейчас, правда, звонит мне, консультируется, говорит, вам неудобно, что ли, на своей... Да ничего, пускай звонит. Я уже вроде бы как на ветеран этого движения. Вот. Он что не понимает, мне звонит, я ему объясняю. Все, спасибо большое вам за отзыв. Так что это дело благое, спасибо, здорово. Это точно. На себе испытано.